Ну что, ребята, видео. Мерседес Ешка В212 12 года. У кого течет пробка, когда ломается внизу, внутри резьба, там пробка не держится, ее выдавливает давлением сюда. Ну и вот такое решение. Сверлим две дырочки вот в этой пластмасске. Сверлить можно, потому что здесь ничего нет, пусто. Просверлили две дырочки, пластинку, два самореза. Пластинка не даст выдавливать пробку. Она как раз заподлицо ложится на отверстие и упирается в пробку. Ну и на всякий случай саморезик в сливное отверстие. Ну как-то так. Будем пробовать.